Так, вот я сделал на румынском видео, и у меня под ним будет как бы такая ссылка. Вот под этим видео, которое я делаю, также самое будет ссылка, на которую, если вы нажимаете, у вас появится сайт, о котором я говорю. И вот здесь кнопка для регистрации. Почему я объясняю? Потому что на сайте я вот сейчас на сайте. Здесь нету ссылки для регистрации рефералов. То есть я вам покажу, как я сделал. То есть как я сделал эту ссылку. То есть я получил ссылку от спонсора. Когда нажал на нее, просто потом смотрите. Вот как бы эта ссылка от спонсора. Просто видите, вот здесь есть точка. Место моего юзера, вы просто пишите свое, которое вы придумаете, когда будете делать регистрацию. Я сейчас покажу, как делать регистрацию. И после этого воспользуйтесь уже вашей ссылкой, потому что на сайте, я говорю, нету ссылки реферальной. Можете, скажем, нажать на ссылку, которую подать видео, и потом переделать под себя, когда вы уже сделаете регистрацию, потому что без спонсора вы не сможете пройти регистрацию. То есть кто-то должен как бы быть тем, кто вас пригласил. То есть вот здесь, видите, должна быть надпись того, кто вам сделал презентацию. То есть в моем случае будет Михаил Степанов. То есть если вы нажимаете на мою ссылку. Теперь далее, как делать регистрацию. Я уже сделал регистрацию, но просто покажу вам. Нажимаете на Register Now. И вот здесь вводите имя, фамилия, на латинице все, email, потом вот здесь вводите, скажем, свой логин, к примеру, я не знаю, там, мистер 102. И вот у вас что происходит, вот username, и вот здесь появляется, как бы, вот здесь надпись для вашего сайта, для вашей ссылки, то есть которую вы будете вводить вот здесь. То есть то, что вы создаете юзернейм, оно дублируется, и она как бы для вашей ссылки. То есть и ниже вот здесь выбираете уже страну, здесь вводите ваш пароль внимательно, то есть когда вводите, вам видите, тут видно, поэтому не показывайте никого, чтобы не видел. То есть набираете, делаете регистрацию, и уже потом внутри там можно менять. В принципе, это все, как делать регистрацию. И внутри, вот здесь заходите в User Info, Setting User Info, и потом нажимаете на Edit Setting, и после этого вы можете вот здесь поменять пароль, если вдруг кто-то увидел, и потом нажимаете на Save. В принципе, так и сделал. То есть я сначала в другом видео показал на румынском примерно как паролить, потом поменял. И здесь уже спонсор, если кто-то зарегистрирован по вашей ссылке, вы здесь увидите их. А вот здесь бинар, то есть то, что создается переливом сверху. То есть вы просто вот здесь нажимаете на эти, и вы видите, кто уже за вами. То есть я говорю, я только сделал регистрацию, у меня уже 20-30 людей за мной уже есть. И это только что. То есть информация как снежный ком сейчас передается. Поэтому я решил вам, подписчикам моего канала, тоже эту информацию передать. Потому что $25 в час, где-то 10 часов в неделю рабочих. В месяц получается где-то около $1000. В принципе, неплохо. Если все так будет, как компания, вот когда мы попадаем, так они пишут. 25 часов. И вход, регистрация бесплатная. Free position. Возможно, там что-то будет еще с абонементом или что-то. Пока просто информации мало. Но чтобы не терять, скажем, место. Сейчас вы просто делаете регистрацию, если потом какие-то там
оплаты потребуется, вы сможете отказаться, если что. Просто сейчас мы, как говорится, быстро занимаем хорошее место. И вот здесь, как бы, вы переведете, что и как о компании, потому что русского нету, но кое-что, видите, здесь $1000 в месяц. Что-то там еще есть от рефералов и все такое. То есть просто я, чтобы видео не получилось слишком длинным, сделал как бы короткое сейчас видео, как делать регистрацию, как добыть или сделать свою реферальную ссылку. То есть просто вы здесь перед точкой ставите свои юзерные и копируете, и потом просто отправляете своим знакомым. Они также дальше по цепочке делают. В принципе, это все, что хотел сказать. Также не забываем подписываться на мой канал, чтобы быть в курсе других видео. Всего хорошего, удачи!